Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир и Никитка Суворов. Стандартное открытие Food Champions наборов. И получил я золото 1, все-таки 27 побед, мой новый рекорд, 27-13. Такое себе, конечно, две победки бы еще и элитка, но два набора по 100 тысяч, один набор по 50 тысяч монет, да? И мы сегодня готовы открыть. И еще я собрал СБ-чеху на одного гарантированного игрока команды недели, поэтому откроем вот этот средний наборчик сначала, набор редких игроков, что это там выпадет. Я открываю, короче. Ну давай, братан. У нас экраны, это меня радует. У меня первый без экрана. Португалия, вратарь. Лопес. Именно тот вратарь, который в прошлой ВЛке, в прошлой недельке был информом. Буквально-таки позавчера. Роха. И всякая дичь, это просто жесть. Так, а второй пак у меня тоже без экранов, сука. Ну, у тебя веселье. Второй пак за 100 тысяч, в надежде хотя бы на игрока, который 20 тысяч монет стоит. Экраны есть. Ну, по 100 тысяч все-таки набор должен. Португалец опять, ЦЗ, о, нормально. Он стоит своих денег, это пипер. Это Пепе 86, который уйдет нам в СБЧшку. И все, да? И на этом все. Больше ничего. Да. Ну окей, и набор, который даст нам гарантированного непродаваемого игрока команды недели. Погнали. Давайте аргентинца любого из команды недели. И это Бразилия Цапту. Ёлки-палки. Массора. Но он пойдет также в СБЧ. Так что пофигу на него. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Приходите на ВЛ-ку, которую мы будем стримить и пытаться попасть в элитку. Всем спасибо, друзья. Пока.